В Булунском районе отметили День пожилых людей. Ежегодно в районе в рамках празднования проходит декада, посвященная этой дате. О том, как День пожилых отметили в поселке Текси, расскажут наши корреспонденты. 19 лет назад в поселке Текси был открыт центр для социальной реабилитации малозащищенных слоев населения. Дружный коллектив, возглавляемый Марианной Пудовной Камыниной, прекрасно справляется с возложенной на него задачей. Делают все, чтобы подопечные жили полноценной жизнью. В центре функционируют 3 отделения. Это социальная помощь на дому, отделение милосердия и отделение реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. В центре существует комната для отдыха, библиотека, организована группа художественной самодеятельности, ведутся кружковые работы. Хотелось пожелать нашим ветеранам тыла, участникам войны, пенсионерам счастья, здоровья, чистого неба над головой, чтобы дети, внуки радовали их. Заботиться о больных и старых людях, чувствовать и познавать сердцем страдания и беды там, где глазами их зачастую не увидишь. Стараясь принести радость в каждый день, месяцы, годы и уделить предельное внимание каждому страдающему человеку, не это ли самая большая миссия всего человечества? И чувствовать ответственность за того, кто привык к тебе. Я живу здесь 15 лет. Она здесь очень хорошо обслуживает. Смотрят, как дети смотрят. Хорошо, хорошо питаются, и дети хорошо лечат. Коллектив центра каждый день спешит делать добро, дарить теплоту своих сердец каждому, кто нуждается в их помощи. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.